В отсутствие Рустема Паши нам надо быть осторожней. Будь внимательнее. Грядет великий день. Посмотрим, что Хайреддин Паша завтра решит. Быть войне? Или все же быть миру? Да, госпожа, посмотрим. Ты ведь следишь за этой девушкой по имени Назанин Сюмбюль? Да, госпожа моя. Сюмбюль? Госпожа? Что с тобой? О чем ты опять задумался? Дела гарема, госпожа. Что еще может быть? А мне откуда знать? Ты уже давно какой-то странный. Что-то случилось? Говори. Я очень обеспокоен из-за всех произошедших событий. Воды вокруг нас бушуют все сильнее. Сколько еще так будет продолжаться? Ты что, жалуешься? Что вы, госпожа? Я, конечно, не смею, но хотел бы предупредить вас. Нам следовало бы вести себя более сдержанно. Аллах свидетель. Мы на опасном пути, к чему это приведет, неизвестно. Над нашими головами навис меч повелителя. Так что либо мы головы лишимся, либо они. Я лишь молюсь Всевышнему, чтобы этот меч всегда был в руках повелителя. Знаешь, что будет, если он вдруг окажется в руках Мустафы? Он уничтожит всех моих сыновей. Посел. А меня сошлют в старый дворец. Я потеряю силу и власть. Так пусть этот меч продолжает нависать над нами. Если суждено умереть, умру женой султана. Фахрия. Слушаю, госпожа. Возьми. Отправь это Шахзаде. Джихангир? Что-то случилось? Отец. Отец приказал Мустафе привести Алиягу во дворец. Что это значит? Это значит, что повелитель вынес приговор. Теперь, видимо, Алиага будет казнен. Повелитель нашел подходящее наказание для Шахзаде Мустафы. Вы правы, госпожа. Важно, что Шахзаде будет причастен к казни Алиаги. Я думаю, это нанесет серьезный удар союзу между Шахзаде и янычарами. И когда же казнь? Сегодня он будет казнен во дворе перед советом. Хочу увидеть лицо Мустафы в этот момент. Надеюсь, Шахзаде Мустафа сделает выводы. Это в его же интересах. И янычары будут знать свое место. С воинами надо соблюдать дистанцию. Иначе эта казнь будет не последней. Но такая казнь Аги Янычар может привести к очень серьезным последствиям. Бунт поднять против султана Сулеймана не посмеет. Госпожа? С каких это пор для казненного предателя стали выпрашивать прощение, госпожа? Его казнили не за предательство, а потому что он посмел выказать неуважение к Рустему Паше. Кажется, так было сказано, верно? А этого недостаточно? Рустам – великий визирь. И к тому же он мой муж. Если смотреть с этой точки зрения, то тогда казнить нужно всех. Ведь твоего мужа никто не любит. Даже ты его не любишь. Мехримах.
Объясни, что ты рассказала Фатьме Султан. Что я могла ей рассказать? Это не тайна. Все знают о том, как я замуж вышла.